Эй, всем привет! Это годные миксы от Давы Дыма. И сегодня у нас будет такая интересная забивочка под названием «Голубцы». Что нам до этого потребуется? Нам потребуется сатир, ароматика, в частности это ром, либо персик. И в этом сатире придется люто покопаться, чтобы найти вот такие вот листы. Большие листы, примерно, собственно, вот такие. Так вот, далее, нам потребуется ВТО Никарагуа Гуава. Нам потребуется щербетли Гуарана. И нам потребуется, соответственно, Супернова и любая пятидырая чашечка. Так вот, я сейчас расскажу суть и начну, собственно, переходить к самой забивке, чтобы вы это все полноценно, четко видели. Так вот, нам потребуется развернуть эти листы, сделать шарики из этих табаков, положить в центр листика и завернуть как голубчик. Понимаешь, да, о чем я? И это все мы аккуратно выложим в чашечку, накроем это фольгой и покурим. А что это даст? Это даст просто вам оргазмический, мать вашу, ощущение, и вы должны будете это покурить. Поэтому это годные миксы от Давы Дыма, и мы начинаем. Итак, чтобы вам было хорошо видно, я пожертвую своим лицом, и его, собственно, видно не будет, видно будут мои руки. Сейчас мы это все аккуратненько разложим. Так вот, что нам нужно первым делом? Это у нас обычный сатир, то есть мелко я его немного покромсал, он нам пока не нужен. Нам нужны листы, которые большие. Здесь у меня 50 на 50 лист рома, лист персика. Мы его вот так вот выкладываем. Как будто кожурка на яичках. Вот так вот это все делаем. Так. Потом вот так вот все это раскладываем аккуратно. Думаю, вам это все хорошо видно, и вы, собственно, понимаете, о чем идет речь. И вот так вот. Далее. Мы берем ВТО Гуаву и ложим ее в один из наших листиков. Пускай это будет... Так, я сейчас все пока уберу. Буду по очереди их доставать. Пускай это будет наш вот этот листок. Вот так. Берем гуаву. Сюда я его беру. Не жалеем. Далее, потом мы это все прессуем. Раскрываем и... Так, чтобы удобнее было. Вот так вот. И ложим это вовнутрь нашего ВТОшного листика. И далее аккуратненько заворачиваем в трубочку. И у нас получается вот такая вот трубочка, то есть лист ВТО, то есть наоборот, вот такая трубочка, где сатир фаршированный ВТО. Мы это вот сюда уберем в сторонку, это у нас готовое. Щербетли Гуарана. Мы тоже ее выкладываем вот сюда. Вот так вот. Берем наш листик. Он немного порванный, но без разницы. И выкладываем гуарану в него и закручиваем. И ложим его вот сюда. В принципе, чем интересна эта забивка? Она интересна тем, что вкус раскрывается абсолютно по-другому. Далее. Берем еще один наш листик. Туда ложим Суперновый. Мы выкладываем в нее Суперновый. Также все это приминаем. И также аккуратненько, собственно, закручиваем. Получилось у нас вот три разных вкуса. Это Супернова, это Гуава от ВТО и это Щербетли Гуарана. Далее. Переходим уже, собственно, к забивке. Здесь есть сатир, который, в принципе, ну, я не нашел в нем крупных листов, я его отобрал. Мы это забиваем в самый низ. То есть вот так это все вниз выкладываем.
Выложили. Ложим наши сардельки. Собственно, вот так это выглядит. И это все затягиваем фольгой. Руки у меня грязные, поэтому я сейчас схожу, пойду их помою. Так, я сполоснул ручки. У нас есть наша забивочка. И, собственно, мы это все прям в наглую заворачиваем. Вот так вот. Вот так вот. И делаем в ней, собственно, дырочки. Чашечка получилась, согласитесь, довольно-таки интересной. Интересный способ забивки. Я думаю, лайков он должен собрать нормально. Потому что, если вам это очень понравилось, то радуйте меня лайками, и я буду стараться делать, конечно же, еще лучше. Все. Вуаля. Тяга идеальная, вкус идеальный. И сейчас мы это все раскурим на нашем кальяне Маклауд. Но пока мы сходим за углями, но ты пока не переключайся. Собственно, на нашу чашечку, на наши голубчики мы уже поставили наши уголечки. И, собственно, это можно уже раскуривать. Ну, я думаю, пускай минутку еще постоит под колпачком, погреется хорошо. И мы, собственно, это взорвем. А я попробую объяснить подробнее, как я к этому пришел. И, собственно, что у меня из этого получалось, когда я начинал это, собственно, экспериментировать и раскуривать с такой забивочкой. Мы не забываем, что это моя новая рубрика, и она называется «Годные миксы от Дава Дыма». Так вот. Ели мы, собственно, вот эти куличики, куличик. Даш, как называется? Голубцы! И я подумал, а что если не зафаршировать табак в табачный лист? Единственным, что мне подошло, которое уже пропитано и не нуждается в дополнительной обработке, это сатир. Сатира у меня дома было много, но я не поверите, я перешерстил 5 упаковок из новой линейки, и там уже идет мелкая нарезка. Сатир, блять, вы что творите? Вернитесь, огромные листы. И я нашел старую пачку рома и персика, где были листы именно крупные. Из этого, собственно, я и сделал, зафаршировал, попробовал. Мне самое понравилось, что на старте мы прям чувствуем долгое время курения сатира, а потом уже то, что внутри, то есть фарш вот этот, знаете, он раскрывается через этот лист сатира, и получается просто годно. Так вот. Давайте, собственно, мы все это взорвем. Я думаю, все это уже прогрелось. А если нет, то просто пораскуриваем. Это несложно. Ой-ой-ой, охуенно просто, ребят. Голубчики. Рассказываю в подробностях. Раскуриваю, чувствую сатировский лист, прям так круто. И тут же мне сразу долбит Супернова, Гуава от ВТО и Гуарана от Щербетли. Это все в смеси, получается очень круто. Ребят, попробуйте обязательно. Если попробуете, то отпишите, пожалуйста, в комментарии в это видео, что из этого вышло у вас. Я попробую сейчас еще немного покурить, чтобы вам было завидно и у вас слюни текли от такого крутого микса. Просто огонь. Вообще нереально мягко, интересно. И, как ни странно, не крепко. Ну, не прям так, чтобы вот так вот, а нормально. Шикардосик, я пошел его докуривать, вам желаю хороших миксов, дымных кальянов и хороших смен на чаевые и на проценты. Так что это Дава Дым и рубрика «Годные миксы от Дава Дыма». Мы не прощаемся.